До начала уроков несколько минут, но школьный двор первой гимназии не пустеет. Дежурный класс занял позицию напротив флагштоков, чтобы дать старт новой традиции. Патриотическое воспитание в составе всей воспитательной работы – это очень важное направление. И вот это мероприятие или эту акцию, как мы ее бы ни назвали, я считаю, она очень нужна. И это действительно патриотично, что каждую неделю принято решение, значит, рабочей недели будет начинаться с гимна. Ритуал – зона ответственности дежурного класса. Честь поднятия стягов выпала лучшим ученикам, тем, кто отличился в науке, социально-культурной или спортивной жизни школы. Они – гордость учебного заведения, и они готовы помогать в воспитании младшего поколения. Это очень важно, и прививать это надо с детства. Обязательно нужно ценить, сохранять традиции своей страны. Вот поэтому патриотическое воспитание с малых лет – это, безусловно, задача школы, одна из главных ее обязанностей. Я считаю, что старшеклассники обязательно должны принимать участие в развитии младшего поколения. Первая гимназия – первая ласточка. С начала мая к новому распорядку постепенно начнут привыкать и другие школы Ульяновской области и всей России. А с 1 сентября 2022 года во всех школах, организациях среднего профессионального образования, техникумов и колледжей учебная неделя будет начинаться с поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. К сентябрю 2022 года каждая образовательная школа получит символы, герб, флаг Российской Федерации. А это уже педагогический университет. Для воспитанников лицейских классов при УЛГПУ стартовала всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием. Новые горизонты». Школьники обсудили с педагогами, что же такое фейки и как правильно проверять информацию. Мне кажется, эти занятия очень нужны, потому что много кто верит просто одному источнику, и очень опасно доверяться именно одному какому-то сайту. Надо учиться, узнавать, мониторить информацию. Я считаю, что это очень полезно для молодого поколения изучать такие проблемы, как тема фейков. В целом же просветительская акция «Поделись своим знанием. Новые горизонты» охватит сотни школ по всей стране. Известные ученые, государственные деятели, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций посетят школы, чтобы поделиться своим знанием с молодым поколением.